Борются, Господи, помилуй, его держат сотрудники им, единобыстрые и твердые вере Господу поборемся. Господи, помилуй, о держи, благословитесь им в непорочном жительстве. Господу поборемся, Господи, помилуй, и он язычный, обучивый церковь, Деву чистую, благословенном чьей сие, и соедини, и сохрани рабы Твоя в мире и единомыслии. Тебе попадает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, и Христа, и во веки. Святого Духа. Аминь.
Венчается Божья Горина, Божьего во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. От Иоанна, Святого Евангелия чтение, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боге. Во время оно брат быть в Кане Галилейской, и где мать Иисусова ту, звали быть Иисус, и ученицы его на брат, и не доставшу вину, главного мать. И сына. И сына. И Святаго Духа. И Святаго Духа. Аминь. Нет? Ну, тогда мы Никиту нашу попросим. Подышать немножко. Давай, тогда чуть-чуть. Ниточка. Царская семья, царь Николай и царица Александра.
Александра и их дети, да? Царица Александра так красиво сказала. Она сказала, в православной семье очень важно иметь настоящую христианскую любовь и избегать эгоизма. Настоящая любовь христианская – это любовь жертвенная. Мы жертвуем собою ради того, кого мы любим. Это очень понятно, особенно родителям. Родители жертвуют своим временем, здоровьем, силами, нервами, всем угодно ради этого маленького малыша. Забывают все про свои интересы, что я хочу, что мне нужно. Вот одно только, что, говорится, вся любовь посвящена малышу. Но такая же любовь жертвенная должна быть и друг к другу. Муж должен жертвенно любить свою жену и вообще не должен себя считать счастливым, пока жена несчастлива. Вот жена счастлива, ой, все, я самый счастливый от России. Но также и жена, индикатор счастья – это ее муж. Сделала все возможное, и муж счастливый. Ой, ну какая же я счастливая жена. И когда родители вот так жертвенно любят друг друга, а потом также любят и своих детей, а не и своих родителей, это и есть настоящая христианская любовь. Правильно. Пойдем с той стороны. Пойдем, да, все просто. Так, да? Все друг с другом, чтобы компактнее.